Всем привет! Буквально вот несколько минут назад забрали с Валберис раскраску «Богини и мифологии». Это от художницы, от иллюстратора Селены Фенич. И давайте же посмотрим, что же за раскраска. Я так бегло немножко посмотрела, мне понравилось. Это новая книжечка вышла. Хорошо, что у нас стали ее печатать, и конечно, будет здорово, если будут продолжать также печатать ее книги. Так, книга формата чуть-чуть меньше, чем А4. Она у нас прошита и проклеена. Я сначала думала, что она только проклеена, но потом открыла страничку. Так, сейчас покажу, какую. Вот, например, чтобы показать, что здесь. Вот, видите, прошивка. Идут нитки. Это, конечно, здорово. Обложка у нас, ну, такой средней плотности картон. Я книжки все равно все обклеиваю пленочкой. Красивая у нас иллюстрация на обложке. И с обратной стороны есть какая-то информация о самом авторе и о тех иллюстрациях, которые находятся в этой книге. Давайте же посмотрим. Всего тут у нас 27 иллюстраций для раскрашения. Я сейчас быстренько пронумеровала страницы. Вот эту тоже посчитала, так как эта книга принадлежит. И давайте же смотреть. Понравилось тем, что у нас получается на иллюстрации. Справа у нас сама иллюстрация, а слева у нас какая-то информация о той богине, например, которая находится справа. Это, конечно, очень здорово. Можно почитать, кто находится. Здесь у нас Валькирия. Очень красивые иллюстрации. Портреты не сильно крупные. Есть, по-моему, один или два довольно-таки крупных, а остальные такие вот средние. Можно почитать какую-то информацию, узнать о том, кто нарисован. Очень мне нравится римская богиня охоты Диана. Очень красиво. Владычица озера. Так, что по бумаге? По бумаге, мне кажется, как офисная, но может быть чуть-чуть поплотнее. Но так как здесь, можно сказать, иллюстрация односторонняя, то можно раскрашивать, чем вам нравится. В ближайшее время обязательно начну эту раскраску, потому что она мне очень понравилась. Афродита здесь у нас, посмотрите, какая греческая богиня любви и чувствительности. Чувственности, вернее. Антея. Афина очень красивая. Вообще, мне все иллюстрации понравились. Как-то вот, знаете, бывает, когда покупаешь раскраску, какие-то иллюстрации нравятся, какие-то нет. А вот здесь как-то вот нет такого, что вот прям совсем не нравилось. Нет такой иллюстрации. Здесь как-то вот все понравилось. Так, здесь у нас пророчица и Филит Барт. Фидель. О некоторых я вообще первый раз слышу. Гея. У нас древняя богиня земли. Здесь вот, посмотрите, такая интересная иллюстрация. Его богиня и ее бог. Вот. Эту картинку можно переворачивать так или иначе. Ни бог, ни богиня не доминирует в этом дуэте. Ну, то есть, с любой стороны будет... Ну, то есть, можно будет раскрашивать. Иштар. Аккадская богиня любви, войны, танцы и секса. Вот такая. Изида. Богиня здоровья, брака и мудрости. Согласно легенде, воскресила своего мужа Осириса из мертвых. Отправившись на тот свет, собрала части его тела. Такая интересная. Китайская богиня. Селена. Красивая иллюстрация. Можно так посмотреть. Греческая богиня Луны. Прелесть вообще. Очень красиво. Индуистские боги. Индуистская богиня. Здесь у нас получается Парвати и Шива.
древнеримская богиня бурь. Эхо. Мне прям интересно, вот это вот прям заинтересовало в греческой мифологии нимфа, которую лишили дара речи, оставив лишь способность повторять последние слышанные слова. Эхо влюбилась в нарцисса, однако он отверг ее из-за ее особенности. Мучаясь неразделенной любовью, эхо спряталась в пещере и там зачахла. От нее не осталось ничего, кроме голоса. На картинке она изображена с цветами-нарциссами. Интересно. Восточно-азиатская богиня милости и сострадания. Тоже вот эта триединая богиня очень интересна. Дева, мать и старуха. Ушун. Африканская богиня. Видите, даже можно... темнокожую пораскрашивать тоже очень красиво. Посмотрите, какая красота. Очень. Мне очень понравилось. Вика. Так, здесь у нас... А теперь попробуй придумать и написать свои мифы о богинях. Есть место что-то написать или попробовать материалы разнообразные. Здесь вот попробуйте оживить героев из мифов, нарисовать их на этих страницах. Ну, не обязательно. Можно просто тестировать на этих листах материалы. Но здесь есть еще одна иллюстрация. Вот такая вот. Я ее тоже посчитала. Ее тоже можно раскрашивать. 27-я иллюстрация. Так что вот 16+ написано раскраска. Так что, надеюсь, вам она тоже понравилась. Кстати, заказывала с Wildberries, пришла прям буквально, ну, наверное, дня за 3. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.